Вот всем привет, кто добро пожаловать на канал Думатрой. Сегодня мы с вами продолжаем проходить такую замечательную игру, как Тачки Новый Сезон. И мы находимся в Клаксоновой долине, и мы должны пройти все гонки. Ну, давайте это, собственно, и начнем делать потихоньку. Давайте начнем с Кубка Ржавого Капота. Будем играть за метр. В первой гонке мы думаем, что заняли второе место. Ну, тут надо попробовать занять все-таки первое. Не надо на меня наезжать. Не грусти, это всего лишь я. Так, напряжно, очень напряжно это, как мы заняли первое место только что такими обгонами, я в шоке. Мэтр, давай, тащи, ты должен это сделать. Круто! Очень круто, блядь. Серьезно, просто с первого раза гонку. Первое место? А как это? Так, ну и третья гонка, собственно. Так, тут уже они какие-то такие уже порезвы, и тут как-то не раз и поехали уже. Ух ты, так, тут такие поворотики резкие, неожиданные. Даже у монстров есть чувство, Так. Хорошо. А ничего, выправлю. Так, второе место. Держим. Надо нагонять этого. Вот так, и сюда заносик. Давай, мэтр. Давай, родной. Я в тебя верю. Ты можешь лучше. Надо ускоряться, мэтр, родной. Куда ж ты толкаешь, гад? Догоняем теперь этого. Я не знаю, как их зовут, поэтому я буду их называть этот и этот. Мне проще так будет, реально. Вот тут такой поворот. Ну как бы мы вот-вот уже рядом с первым местом. Уже чуть-чуть, самое малость остается. Ой-ой-ой, занесло очень сильно. Мэтр, давай. Ой-ой-ой, что, как это? Серьезно перевернулся? А чё нас не восстанавливают? В смысле, так а в какой-то жунке нас восстанавливали? Буквально в прошлой серии, когда мы Квин этот нас восстанавливали, а почему сейчас нет? Так, еще один дубль. Так, все, видать, нас тут хорошо подтолкнули. Почему оно не поворачивает? Я не понимаю, я вот, когда меня толкает, я начинаю крутить руля, и нифига не получается. Почему так? Так, хорошо, идем. Вот он, этот молодой человек, которого нам надо обогнать. Эй, ты что? Вот опять этот же поворот. Опять кто-то подталкивает. Я не понимаю, почему. Прямо меня вечно обгоняют. Там что? Так, делаем вещи. Ух. Так, вот, смотрите, вот уже она. Лидерская вот это она. Так, ушел один. Хорошо. Куда, мэтр? Куда, мэтр? Так, хорошо, держимся. Ого! Неплохо. Ну, а мэтр, ну что оставить? Это такое? Блин. Ну, что за дела? Как меня это раздражает, вот честно. Я ничего не понимаю. Вот я жму тупо влево, оно не поворачивает. А. Так, смотрите, ух, как мэтр вошел. Опа, вышел. Давай, уйди отсюда, с пути, пожалуйста, я тебя молю. Я так хотел, чтобы они потерялись чисто с этого пути. Сука, еще одна попытка. Да, ты проиграл, мэтр, но ничего, ты сейчас выиграешь. Подожди немножечко. Кстати, извините, вот реально вот относительно на одних и тех же поворотах сбиваюсь я. Точнее, мэтр, мы. В общем, мы сбиваем. А, гадина это такая. Опа, как мы вышли. Так, и мы уже в борьбе за первое место. Так, а если вот так вот не спеша проходить, у нас будут догонять, мне кажется. Да, я же сказал, у нас будут догонять. Так, смотрите, вот она, тройка. Так, будет? Нет, третье место, третье. Ладно, хорошо, пусть будет третье. Если что, я перепрыгну. Ага, это получается теперь уже финал. У нас четвертая рука, хорошо, финал так финал. Ой!
Ой, прости, сладкий, совсем не смотрю, куда еду. Ты не ушибся? Да нет, ты чего, я даже не почувствовал. А ты, парень, не промах. Слушай, я смотрела все твои гонки, да ты просто отпад. Небось, тут за каждой вмятиной целая история. Конечно. Только конец у всех одинаковый, я все время куда-то врезаюсь. Ой, забыла про манеры, меня зовут Эмма. А меня зовут Мэтр, и про манеры я слыхом не слыхивал. Ну, пойду готовиться. Увидимся на треке. Историю этой вмятины я никогда не забуду. Так, ну тут задача состоит немного посложнее. Это надо обыграть вот эту Эмму. Ну, а она как бы раллийный спорткар. Тут уж и будут вопросики. Бедные мои нервы. Так, топ-3. Эй, чемпион, ты не за... Бум-бам-карарам! Ух ты, как она так отлетела. Ну, давайте. А, Эмма. Так. Ребята, ну что ж вы такие медленные, сука. А, так, Эмма 5 уже радует, хотя бы... что раллийный спорткар тоже как бы не на первом месте. Опа, смотри, они там врезались немножечко. Так, итого мы на первом месте пока что. Опа, как мы все повороты проходим, смотрите, это просто отпад. Ух. Так, финиш, так, хорошо. Последний круг остался, главное не запороть. Так, но пока мы ведем на 3 секунды, на 4, на 5, на 5 секунд. Так. Мэтр, не сбавляя обороты, нам нужна эта победа. Есть, это победа. Это было плотненько, но мы сделали. Но честно, я думал, будет попыток, не знаю, 5. Блин, сука. А, так, Эмма 5. Слушай, ржавенький, сколько гонок я у себя дома выигрывала? Никогда бы не подумала, что здесь так жарко будет. Опа, что ты? Тебе не было равно. Ну ты же выиграл, Мэтр. Ах ты скромняга. Опа, как мы все представляю, как обожают тебя твои фанаты. Фанаты? Да кому за меня болеть-то? Один шериф пришел. Ладно, так ему по службе положено. Так. Вот пока мы ведем на 3 секунды, на 4. Стыдно сказать, до сих пор не посмотрела ваш город. Так. Ты не устроишь мне экскурсию? Мэтр, не избавляй обороты, нам нужна эта победа. Я не то чтобы хвастаться, но по заправкам я тут главный знаток. Это было правда? Плотненько. Конечно. Вот есть кафе 8 цилиндров, а есть кафе... В общем, тут больше ничего нет, но кафе 8 цилиндров очень здорово. Суперзвезда! Спасибо, Лиззи. Так, ну что-то выиграл Мэтр, а наклеечку наклеили нам. Ну, это интересно. Ну, а Мэтр поехал налаживать свою личную жизнь. На этом кадре, когда Маквин смотрит на нас такими проницающими глазами, я думаю, можно поставить лайкосик, подписаться на канал и продолжать, собственно, смотреть и ждать нового выпуска тачек. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Ну и, конечно же, ребята, до скорого. Конечно! Вот есть кафе 8 цилиндров, а есть кафе... В общем, тут больше ничего нет, но кафе 8 цилиндров очень здорово. Суперзвезда! Спасибо, Лиззи. Так, ну что-то выиграл Мэтр, а наклеечку наклеили нам. Ну, это интересно. Ну, а Мэтр поехал налаживать свою личную жизнь. На этом кадре, когда Маквин смотрит на нас такими проницающими глазами, я думаю, можно поставить лайкосик, подписаться на канал и продолжать, собственно, смотреть и ждать нового выпуска тачек. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Ну и, конечно же, ребята, до скорого.